Здорово, друзья. Вот меня слышно? Не знаю, у меня тут надо мной ремонт делается, но это редит мою базу. Вот. Хочется позащищать немножечко. My hunger's so loud. I should get some food. Whew, I'd give anything for a drink of water. Так, разгрузился. Попробуем спуститься вниз. Ребята, как будто бы поняли, что я тут. Нифига не слышно. Я его ранил, хорошо. Надо написать. Владимир, здорово, нас рейдят. Здорово. Это на каком сервере? Land of Pain? Land of Pain, да. Так я туда так и не зашел, я в тот раз не смог зайти. Сервер поменял этот, как его? IP-адрес. А ты сейчас там? Да. Сейчас я тоже зайду. Попробую. Так. Убежище, респаун.
Так, крафт. Инструмент есть? Есть. Блин, надо сюда спрыгивать. Чинить. Есть ли тут оружие? Оружие. Пятнадцать. Маловато. Что они там ничего не взломали, не зашли еще? Ну, первые ворота прошли. В первом радиусе наш. Ты один там выпал? Да, пока один. Кому-то стреляет. Рано как-то. Кто такие-то? Все пришли. Не, на звук хорошо стреляет. На звук прям хорошо стреляет. Так. Убежище. Нет, не то. Они там расстреливают. А то, что на другой сервер они ушли, у нас что, база так и осталась, что ли, не выпанулась? Нет. Я-то думал, у нас базы нет уже. Я и не захожу из-за этого еще. Не стал пробовать второй раз. Первый раз не зашел, кажется. Блин, прям контролят хорошо, там много народу.
Блин, а я даже не знаю, где на базе или не на базе. А, на базе. А, не, я не на базе. Так, ждем-с. Из оружия у меня только Юмп 45 и лук. Ну, смотри, их очень много вокруг базы. Так, бронька Один есть. и два на базе и еще около троих возле базы. Блин, жалко, снайперки нету. А, я в бункер собирался, так и не дошел до него. Я, короче, на севере через реку перешел по дороге белой вот этой. Сейчас обратно пойду. А это что, ночь наступает или что? Наверное, не знаю. Ну, у меня ПНВшка есть. Так. Где продажа была? Ящик продажа. Смотрите. А, у меня на юм прицел стоит неплохой, кстати. Х-40. Не пойму, я не бегаю. А у нас там мин нету, что ли? Да есть. Где-то один слева У сидел. меня есть еще 24 золота здесь есть. Вроде закат. Так, я мост перехожу. Это тут раз как-то было возле этого же мосточка у вас Ну перестрелка была. тише, ты, Владимир, много говоришь, мне не нужна информация, я же в бою. Вот я слышу, стреляют, кстати. Не пробили. Промаживать еще.
Блин! Вон он там. А они на транспорте приехали, да? Да, наверное. Блин, не получается. Не убил. А у нас там застроено, да? Ну, они две застройки уже сломали, которые вот первые там. Я друзей позвал еще. Смотри, аккуратно. Ну, они через часок, наверное, только потянутся, пока соберутся. А, ну они не в отряде, да? Да. Где труп? Пока соберутся, они подъедут, да? Ну да. Ты не Ленин со Стас? Да, да. А ты не стримишь? Не, я просто записываю. Не понял, чего я умер. Я сейчас пока вдоль реки, а потом резко на юг пойду. Из меня, конечно, ПВПшник с камбой. Но они вот между это как базой нашей церкви много сидят. А, понял. Ладно, я хоть туда не пошел, не оттуда не пошел. Как че я была, блин? Что-то они все ломают, а смотрят, они так основательно, видимо, ридят. Что-нибудь говорили, нет, они там? Не. Я попытался, меня сразу убили через стену. Так, убили через спаун. Или скриншот кинуть. В этой игре еще знаешь, что не хватает тепловизоров, да? Я не пойму, они взорвали что? А, нет.
Да блин, логично. Это, походу, вы бзыкнули так. Вот так шумно стало. Как тебя зовут? Пёртик меня зовут. Пёртик? Ну, вы носили такой... Да? Выноси, говорю, запустим. Да я ж пару ваших закусили уже. Нафига увидать? Нафига увидать? Опа, слышал, выстрел слышал. На юго-западе. Угу. Блин, вообще темно тут. У тебя по ИНВшке нет, что ли? Там посмотри. Посмотри в моих ящиках. Может, по ИНВшка должна быть, я так помню. Там еще комнатка есть, это там оружейка у меня с ящиком тоже есть. Я уже близко подхожу. Так. Блин, обидно будет, подойду, меня подстрелит кроликовый. Да не совсем. Ну, мы почти не играем. У меня просто випка тут, поэтому как я увидел, что у меня рейд. Где он бегает? А они там наглую бегают, да? Ну где в том контуре бегают? Где огород? Так, слышу. На юге. Это выстрел. Не по мне. Ну и не по мне, меня еще не видно. Я, короче, он по-пластунски сейчас пойду. Вместе с 10, да? Вместе с 10. Там у меня, если что, снайперка есть, если надо, бери. Была, по крайней мере. Взрыв. Еще один закусил. Это на меня, не что ли, да, подорвались? Да.
Хорошо. Ботинок чистишь там. Еще один закусил. Еще одна оба. Надо как-то застроиться. Но как это сделать, я фиг его знает. Они вторые ворота прошли, туда рушили? Не, вторые не прошли. Второй забор они не прошли. Я понял. Где мой труп тут? Так, я тебя вижу. Спирт так написан. Да, блин. Тебя убили, что ли? Да, оружие нормальное не взял. Взял бы оружие нормальное в магазин, гасанул. Надо их как-то выбивать и пытаться застроиться, блин. Я ползу по-пластунски. Так, тебя вижу. Так, мне позицию надо, чтобы сверху вниз смотреть, а то я ползу и снизу. Так, ладно, пока что жизни поэкономим, пойду базу починю. Базу починю. А ты как узнал, что рейдит? А мне эти уведомления приходят о взломе. У меня VIP включен. А, ясно. Ты меня видишь, да? Ну да, если ты меня видишь, то я тебя вижу. Блин, кажись, они там все померли. Блин, не померли. Есть у меня еще идейка, что сделать можно. Так. Может быть, сектор появится?
Попробую. Так, другим перейду, да? Ну давай с убежища пока что опять. Привет, Ваня. Здорово. Я ж скинул карту. Куда ты скидывал? Ну сказал, к нам скинь. Я скинул ваш чат в Гризли. Союзники. Ты чё? Да. Ну да, есть. Стас, ты чё, бухой? Сам написал, не чтобы тебе в личку, а чтоб в чат. А, понял, понял. Все, увидели. Откуда они стреляют? Откуда они там примерно? Они с востока базы, вот между базой и церковью. Там церковь такая на горе. Ага. Вот они перед базой на холмиках там сидят по кругу вообще. Восток, юго-восток, северо-восток. Короче, надо Виталий. Это инстасамка, наверное, Спарта, вот этот, или кто там. Ты же убивал их уже, они там... Ну, я чипы не снимал. Да, они меня убивали, я их убивал. Ну, я, конечно же, чипы ни с кого не мог снять. Ну, значит, они, наверное, где-то с юга машина, возможно. Юга, нам как лучше тогда? Давай на нашу карту посмотрим, как нам лучше. А, ну, мы рядом. Здесь тогда парковаться. Давай и добежим, да. Угу. Сеня сказал, чуть попозже подъедет. Ну, чип. Мой БЦУ чип. Отлично. Это металла, 6 инструменты. Болта. Давай. Прямо возле машинки. 4 болта есть. Инструмент. Да, можно взять. Металла и дубинка. И металла и дубинку. У нас тряпок нету. Так, дубинка. Ну, Виталь, нет у тебя лишних тряпок. А, у меня есть трусы, носки. Я деревянный. А у меня трусы, носки есть, сейчас порву их. Дубинку можно выкинуть. Давно начали они? Ну, не знаю, где-то, может быть, полчаса я точно уже, наверное, воюю. Они прошли куда-нибудь уже? Да, они первый ворот скрыли и между первым и вторым забором находятся. Угу. Металла надо. Где же его взять-то? Ой, 3 металла, да? 3 металлолома. Не хватает. Так, я включаю стрим. На всякий случай, Виталь, ты тоже подключил, чтобы друг друга еще понимали. У меня еще и товарищ один играет. Ну ты его сюда тоже можешь? Или, я не знаю, мы-то на улице будем там где-то их стрелять. Не знаю, он сейчас тоже на улице. А, все. Он на северо-востоке. Нет.
Недалеко, я его не вижу. Ну а ты его можешь сюда в чат на всякий случай? Блин, ну, наверное, могу. Три металлолома не хватает. Апгрейднуть. Так, все, Виталий, я готов. Ладно, в следующий раз. А выбраться тут никак, да? Пойду скажу ему, что пригласил сюда. Ага. Владимир, я тебе там приглашение в Дискорд соседний дал. Владимир? Да-да, сейчас. Ну, перейдешь, короче. У тебя рядом, что ли? Блин, как бы перепрыгнуть можно было бы? Тебя уже в спине, Аня. Не так близко. Есть кто живой? Ау. Ну, фарами светит. Что у нас тут есть? Порох. Металлолома нет. Мусинка есть. Тут что-то заводит. Слышал, да? Да, мотоцикл поехал. Это в Гризли, что ли, заходить или что? Да. А там куда заходить? Да я тебе прям ссылку в канал дал. Нажмешь и перейдешь. А, я вижу. На север, наверх, клэп, по-моему. Рядом? Да, мы уже одного убили. Сейчас смотрю еще. Так, клэпку-то я вижу и труп вижу. А где он, я не вижу этого трэха пока. Ну, он убежал туда, такой, вверх. Так, меня не убейте, я на севере, рядом с базой. Да не, мы тут пока шугаем в округе. Я около базы там. Я по-пластунски пока ползаю. Ну, если что, повернешь там и, скажем, покрутиться, мало ли что. О, еще ящик. Блин, металла нет. А у тебя что, это, Виталий, не, не Барретт? Не, АВМ. Блин. Осталось со вчера. Угу. Мотоцикл чей? Враг. А, слышал, Стас, да? Это стрелял свои или чужие? Чужие. Угу. Мы на базе только вдвоем. Обхожу. Пойдем. Давай теперь с севера зайдем.
Но я не на самой базе, я рядом с базой. Все понятно. Слава богу, что косой стрелял, а то меня сейчас повалили. Тебя стрелял? Он в меня дострелял. Так, ладно, уничтожить. Патрон рядом пролетел. Застроим, если что, ресурсов полно. Ресурсов полно. Где металлолом-то должен быть где-то? Чуть тишина стала. Лом, вот. А им сейчас уже не до этого, если их начали убивать, сейчас они будут. Мы их сейчас отвлечем, оттянем. А, это и вот там. Так. Где пистолет? Так хуй, хоть кто там рейдит-то? Пока без понятия. Иван, кто там? Я не знаю, я не снимал бёрку. А ты стримишь сейчас? Я записываю. А, я думал, ты стримишь. Так, в церкви есть, вижу. Полины. Двое их. Одного готов. На мин... Там, Владимир, ты что ли? А что это мина была, что ли? Один в церкви остался. Я даже не ожидал. Что там, босс? Да на мини подорвался. Ведь это, Ваня, помогаем, его рейдит. Тут не знаем кто. Вот сейчас Виталий приехал. Так, один на церкви так и остался, блин, не вижу его. Так, я попробую тогда выбраться. Да, можешь выбираться, я думаю, они уже отвлеклись точно. Ты где подорвался? Около базы? Ну, рядом ты там тоже стоял, да, около базы. Прямо около ворот или около стены. Блин, у меня блики от мин, когда я в правую кнопку зажимаю. Вижу его в церкви. А это кто стреляет? Не я. Ну давай, выйди. Прям чуть-чуть. Через стену стреляй, что ты? Главное, стену видео... пробег? Да. Главное, видео сохрани. Не пробил, видишь? Да должен был, ты просто не попал. Да не пробил. Сука. Позитивчик, мистер Позитивчик. Новенький, да?
Он никуда не кладется. А голая баба, видишь? Сейчас будет подбирать Витали на себя. Не вижу. Сейчас она за церковью пока спряталась. Короче, слева от церкви смотри, там у нее труп лежит. Вот она подбирает себя. Да и я тут... Сейчас позицию займу. Коза. Одевается. Оделась, убежала. Патронов на дробовик нету. Тут мосинка. Коряка нет. Патроны на коряк есть, коряка нет. Они за церковью вдвоем, за забором. Надо в руки взять. Бежит, бежит прямо впереди церкви теперь. В нашу сторону побежал. Тебе, Виталик, в твоем направлении. Владимир, да, слезь, да, это как его, потрошек мне. Каких? Через патрон? Забор, на мосинку. 10 штучек. Они, знаешь, где-то на улице есть коробочку, в ящиком деревянном. Коробочку. Их только разделили пополам. Стас, дворик этот церкви. Убил. Ну, у тебя где-то, где-то в белом гелике. Смотри, будь осторожен. Подожди, нет. Сейчас я, Владимир, попробую дверь закрыть. 7.92.57, что? 7.62.54. А, они платформу здесь сломали. Ладно, а да. Во дворе я не вижу. 7.52.57. Там коробка красная такая. Примерно так. Слушай, может, у них в церкви все находится, а? Нет, может, в церкви, понятно. Может, и нет. Рубим. Ну из-под базы они отошли прям, это явно. Бросили. От базы отошли, да? Угу. Хорошо. Не, может, еще кемпят, я не знаю. Значит, мы их оттянули. А с рядом со мной. Рядом с тобой, да? Да, прыгает треха, бегает на этот северо-запад. Ищет. Блин, смотри, у нас тут этот там еще в гелике в белом был чувачок. Рюкзак. Метров 20 от меня он пробежал. Проскакал.
А ты наружу не выходил, там мой труп не подобрал? Нет, не подобрал. Я застроился даже наоборот. Пока что. А где мы спрыгивали с крыши-то, я не понял. Ну, где лестница поднимаешься, там вот где не засто... не улучшен один участок. Там выход есть, зачем тебе спрыгивать? Подожди, дай мне патронов. Там а парашют сейчас... нужен. Не, у нас не нужен. Да я шучу, Иван. Куда ты спрыгнул? Ну и зачем? Владимир, ну ты если не понял, как дать мне патроны, спросил бы. Я тебе говорю, не надо спрыгивать. Мы теперь тут вдвоем заперты. Мы с одной стороны застроены, и с другой стороны застроены. Это бывает. А, не, у нас есть выход. Да, я же где-то видел, вышка там была. Вот, у нас здесь. Такая. Вот. Прям под базой. А, это труп. ПНВ нет, блин. Вот там мой труп подобрать, там ПНВ есть, и забирай его себе. Потому что я ПНВ еще одну нашел. Виталик, на мне. Прям сзади подошел. А где у тебя труп, прям под забором где-то? Ну вот ты где-то строился, я рядом там. Меня лутать сейчас будет. Виталий лутает меня. Не вылазь только за мной. У дороги был. Еще один лутает меня. Лежит в кустах, где я умер. Прямо у дорожки. А сейчас двоих тут Владимир положит. Дай мне это снаряжение немножко. Вот есть патроны у тебя? Владимир. Какие тебе патроны? На юмп. 45-й, да? На юмп. Ты бегал с юмпом твоим. И бирку свою забери. Убил, так, убил сейчас двоих. Все, бегу, бегу, бегу. А лук ты забрал? Нет, не нужен. Я трехов по НВ с топором и юмпом. Чуть ближе к вам подхожу. Вот козел. Как он так сзади, что я даже не услышал, как он подошел. Подполз. Бум какой-то. Забирай там денег только на одних этих сейчас. Тут меня и... чел... Оу, блядь, ты. Злой Ленин. Ленин. Твои фанаты? Да. А вы мотоцикл их нашли? А где мой трупешник-то? Выкатился из куста. А ты что ли Мосинку выкинул, да? Да, да, я там припрятал. А я же в кусты лег это. Смотрю, Мосинка лежит. Что, оставите? Да, оставь. Смотри, рядом что-нибудь там поищи, может, кого найдешь, убьешь. Сейчас, 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 секунду. Ну я с собой ружье только взял этот. Да и нормально. Виталик, надо менять мне. Ну, надо, конечно. Ты этих раздел, все? Да. Так.
Все, побежали там? Слезы были у одного. Ну все, оставь, пригодятся сейчас нам. Подними, убей еще раз. А ты этот, Иван, забрал, да, этот ПНВшку? Да. Так, давай обходим тогда дальше туда. Что такие, блядь? Говорил Решек, давай я тебе очки солью. А, потом админ обнулил бы и... Ну да. А ему типа случайно так, ой, дрались, и как будто он меня убил так 5 раз. Да, как и я, да? Как он меня подполз, а как я, блин, печально все. Да, слух, зрение уже не то. Тик. А еще после бодунишка. Как можно, ну, услышать? Да. Прям обидно. Да ладно. А вас что, не зарядили вчера? Бибу пососали. Не дорядили, короче. Начали, что-то и бросили. 4 отряда в теле, 3, блин. 4. Сколько что-то считали? Да не, их было мало, ну, там, под человека по 2, но... Ну, кстати, я это насчитал, вчера в Синике считал, там более 10 человек было, по никам. Ну да, ты видел, я тоже скинул сколько там. Да-да-да. Не помню, сколько там, 12, что ли, насчитал. Надо посчитать, что... Ну, хрена. Просто этот, дурной, что в конце, что вы офигели, что он был. Он сказал, что вообще нас 4 человека было. Ага. И поэтому начал считать по кильфиду. Оккупировали вокруг все. Даже с того берега стреляли. Не, ну бывает, знаешь, как замес начался, кто-нибудь еще подтянулся. Не-не, они планировали в 4 всем отряда. Всем утра по Москве. Все это отряды были в это время. Когда кто-то кого рейдил? Легион кто-то рейдил. А Сквал рейдил Легион. Плейбет пришел и помог Легиону отбиться. Ну, ребята конкретно именно, ну, напихали им по полной. То есть они потеряли, они, скорее всего, там, ну, одну пустую, одну слу там, наверное. Там она, может, не была пустая, может, она там сломалась. Ну, короче, уничтожили им 2 тачки, мотик. Поубивали их знатно. Ну, их вообще знатно поубивали. А они ничего не вынесли. Вечерком только одну мою закопку нашли, и все. Чтоб все, что поимели. Владимир, чего у тебя там тишина? А Плей куда делся? Чё там, будете рейдить сегодня, нет? Он отошёл. Пошёл с котом разбираться. Этот, он готов к рейду. Да, да. Ну да. Ну мы сейчас отобьём, Ваня. Вы сильно планы не раскрывайте, потому что выложу. Сейчас его выложу? Не, ну, завтра, может, после. Да, всё, тогда... Какие проблемы? Нужно выложить? Я, может, даже монтировать его не буду. Выложусь. Ох, как болит. И чё? А вам? Нет, я... Ты ж его прошёл. Бум. А церковь все. Что оказалось без лут? За церковью всех убили. Не, ну понятно, там лут не запрятан был. Не, ну что там?
Они даже в церковь не зашли. Они не зашли, да, они в церковь, не в гараж. Так, я у него сейчас соберу все вещи, надо это... Ну, пойдем тогда к тачке отнесем. Тачке, да. Хоть у нас там и лежат и сишки, и, блядь, пайпы. Нет, нифига не зашли. Тачку нашу вскрывают, сука. Нашли тачку? Да. Блин! Да вроде бы далеко поставили. Ну да, вот через 20 метров стреляли ее. От нее. Ты по кому? По зомбаку. Блин, а у нас там и оружие немерено. Черного. Отгоняйте тачку. Ты бежишь? Да. Блин, возьмешь что-нибудь? Ствол возьми второй. С него. Не разлутывай, а просто ствол. Да ствол я забрал. Не разлутывай, блядь, беги за тачки. Пошли на тачку, Стас. Бегом. Проще, проще, Фефе. Яка. Он выходит. Сейчас нас справа могут встречать. Я знаю. Рестарт сервера сейчас 4 минуты. Я отдыхаю, устал. Сейчас я лягу. С коленки прополз. Чё вскрывают? Там будешь ближе брось костер и брось рюкзак, бери ствол в руки. Давай, да. А чё ты говоришь вскрывает, а убить не можешь? Он бежит еще, уведомление приходит просто. А вы сейчас в районе церкви, да? Не, не, ушли. Северный. Блин, рестарт пропадет, сука. Задернул. Если Ленин побудет там возле костра. Если далеко не будет заходить, не пропадет. Уже возле тачки. Где-то зашкирился по-любому, Стас. А вы на этом берегу или на том же? Мы на этом. На востоке. Меня убили. Справа. На мне, Стас. Ну, либо рядом пробежал. А их вообще сколько? Их тут двое. Один у Виталика пробежал, один слева. На тачке один. Трое. Блин! Рестарт не вовремя, блять. Я увидел одного. Прямо рядом с твоим трупом. Быстро заходи, может успешно ощутим его.
Трупы не успели разложить? Нет. То есть не разлутали, эти вещи пропадают. Угу. Да, точно, тут лишь бы тачку уже отбить. А это через дорогу, да? Это... Блин, карты не могут включить показания. Ты объясни, это еще восточнее моста. По берегу, да? Короче, с южной стороны... Да, с востока от церкви, короче. С южной, с юго-востока от церкви. Северо-восток. Северо-восток. Нет, юго-восток. Да, блин, не выстрелы, слышишь? Я не помню сейчас. Как ты стройкой занимаешься? Ты стороны света путаешь. Как у машины, да, крендель, блин? Так, где заход? Я вроде захожу. Блин, не заходит. Ну, сейчас залезли. До старта 56 человек было онлайн. Мы будем заходить тихо, чтобы Стас слышал шаги, а то... Так, захожу. Пока никого не слышу. Рюкзак бросаю с оружием, костер ставлю. Так. Тут уже рядышком, да? У меня не стреляет, блядь, почему? Одного зарезал. Блять, меня убили. У меня автомат не стреляет, я бы их сейчас всех повалил. Чё за фигня, не знаю. Эй, поле неровное, мячик не круглый. Скотина, блин. Ваших нет тогда, да, возле машины никого? Нажимаю стрелять, он не стреляет. Чё за бред, блять? Можете так дать точнее, где машина? Кто может, кроме Стаса, сказать? По поводу того, что нажимаешь, он не стреляет, а патроны есть, да? Да. Я тебе объясняю. Бывает такой баг. Нет, послушайте, послушайте. Когда ты заряжаешь патроны, бери определенное количество и смотри. Если у тебя патроны остались, а ты зарядил полный рожок, те патроны выкидывай просто-напросто. Либо разряжай и заряжай до тех пор, пока у тебя получится, что все патроны у тебя заряжены. Тот патрон, который ты... дозаряжаешь, который у тебя остался, у тебя патрон, то есть рожок полный, он получается пустым местом. Кажется, сейчас это не актуально. Да, оно осталось. Где машина? Где машина?
Виталик, скажи, где машина? Вот, карту включил, видишь? Юго-восток, вот, карту посмотри. Вот здесь, в лесочке. Подожди. Все увидели? Нет. Ну как нет, во. Все увидел, да. Мне надо костер найти, там оружие. Ага. Тебя сейчас на кроватке будут убивать, Виталь. Да, по нам. Да блин, куда я этот костер сунул? Они присаживаются. Ага. Я понял, Ленин просто съебывается от вас. Да не, вон, блин, костер мне надо. Не ругайся, с правой стороны. А, это везде там горит у тебя. Нет, это вот в этот здесь я спрятал. Заводит машину, сука. Заводят, все, взломали? Да. Да, заводили, я тоже слышал. Они дверь высадили и уехали. Блин, да что ж, как они нашли далеко машину-то? Да мы стреляли оттуда, с этого района. Что, я разбиваюсь, не лечу к вам, да? А мне стреляют. Да. А это кто стреляет с этого бара? Стреляет. Машина, наверное, все, не уехала. Не догнал. Блин, вот я раньше не было. Не туда я бежал. Что там? Что говорите? Я подбегаю. Это я стреху убил. Кто стреляет-то? Враг. Дом пропал. Там возле кустов где-то, возле костра моего трутся. Меня убили. Нифига не видать. Кто кого убивает? Виталика убили. Да его сейчас на кроватке будут убивать. Лучше рез и со... Добрал оружие. Это я добрал убил. Оружие. А. Не своего убил? Не-не-не. Ложись. Вот здесь сидит падла в кустах, так и знал. Ну, я его ранил. А как же меня автомат подвел, а? Может, где-то оружие придать? Кто-то возле какого-нибудь объекта находится? Я это как его... Ты где сейчас, Вань? Вот где это желтая дорога на северо-запад идет от перекрестка с белыми. Я тоже костер тут где-то поставил.
не помню, где костер, там оружие я немерено. Нашел, я нашел твой костер, но тут оружия нету, только рюкзак. Это у дороги, который, да? Да. Ну там да, а есть второй костер. Второй еще ближе к машине. Да. Оружки были. Нашел. Нашел его, этот рюкзак? Костер нашел, да. Наверное, да. Вот примерно на мне. Все, бегу. Так, опа, а здесь оружия нет, они его нашли, по ходу дела. Не, вот этот Виталик нашел. Это другой? Это мой рюкзак. А? Но то, что на земле было оружие, пропало. А его не было на земле оружие? В рюкзаке такой у него был. Вот, прямо. У меня просто два рюкзака были из оружки. Да. Да, вот. А где находится? Я пока рюкзак не поднимаю, пускай здесь. Там, где машина у нас была, Ваня. Вот в этом лесочке, на окраине леса мы. С востока леса. Это севернее белой дороги, да? Да, чуть севернее. Да. Маленький лесочек, не дыхание. Ко мне кто-то бежит. Враг. Кто сейчас друг друга тихо, щит? Тихо. Навелся. Прыгаю. Не слышу. Еще кто-то бежит. Так это мы с Виталиком тут. Это они. Кто вы? Враги, наверное. Да, подожди, вот сейчас. Наклонился. Стоп. Ваня, это ты повернись. Да. Повернись. Вот это Ваня. Да. Аккуратнее, они прям рядом, не это. Да. Кому ничего не дать? Нет. Ёбаный Тарков, блин. Давайте попробую отбежать сейчас, если что, прикроете. Тачку в C3 отогнали, взламывают замок. Один был сильно западнее, стрелял. Но я убил восточнее, и там могут контролить теперь. Может, так нож. Born to kill. А, понял. Все, C3 озеро. Там идти. Чел бежит вдоль дороги. Прыгнул. Да, прыгает. Я. Yeah. Второй дальше бежит, не? Да, Стас. Там труп валяется на дороге, должен быть. Да, это мой труп. Не, там белый такой, в белом гелике. Ну или зеленый гелик, не знаю, мне понял, да. Чуть севернее дороги, там дерево, что ли, такое, вот в сторону дерева. Уже где поворот дороги там. Посмотришь, короче. Короче, это с озера. С озера, да, ребятишки? Да. Владимир, ты живой? Да, я около базы, я к вам сейчас решил идти. Для меня около базы писал. А лучше около базы? Там, не, около базы тишина, вроде никого нет. Да, никого нет здесь. Я, наверное, к вам двигаться буду. Вы на севере квадрат C4 на краю, да? Мы в центре C4. И пересечение желтых и белых дорог такое, знаешь. Простом нет. Точнее, углом они пересекаются, углами. Мне кажется, они убежали отсюда. Ну на базе же вскрывают тачку. Я так понял. Либо сундуки.
тачку. Тачку? Так, билдинг. Где костер? Так, по карте это... Вот, Стас, меня западнее убивал чел со снайпы. Набежал с юга. Так, я выбегаю на эту дорогу, где вы бегали. Ну, уже по лесу идем. От нашего, где машина стояла, на запад. Где тут чела убивал, а? Не помню. По барыту возьмем. Поехали, да. Че, открыли? Блин, вы, получается, больше подарили, чем это, как его. Ну, на базе у нас было. А че такой полный машин-то? Да там сколько полного оружия, ну. Йен, заткни немножко ушки. Ебанутый, потому что. Два автомата, они... две снайперки. Да не было у них там оружия, блядь. Я что, не знаю, сколько в машине лежало? Ты что, Ленина не знаешь? Ван. Блин! Убили меня. А где, где? Ну где вот я убивал чувака? Я бегу назад, Виталь. Да, я за тобоюсь. Чуть-чуть, вы прям разговаривали с ним, нет, как его. Поздно шаги. Сейчас заболтали тебя. Да, ну поздно шаги, еще это... На дороге? Начал разлутывать. Да, чуть ниже дороги вот этот. Желтый. Ящик вскрыли. Отбегает. Мы тут ходим. Он был западнее. А ты, а Трех, кто? Я еще мертвый. Враг. Одного убил. Так, где я тут появился? Он туда мне лететь. Владимир, ты уже убежал с базы? Я недалеко еще не хочу. Я просто Мосинку там забыл, пропадет. Я ее взял с собой. А, ты ее взял? Так. Ну, более-менее приземлился. Че надо? Подсветить, наверное, вам, чтобы монтаж не делать. Где фильтры? Чтобы монтаж не делать. Бил. Кого? Этого? Одетого? Я не знаю. Ну, одетый с рюкзаком. Так. На север надо прям. Прям на север надо. У меня 4900 очков славы, нифига себе. Блять, Стас, меня убили. По-моему, сзаду. Возможно, даже мы в одном кусту были. А может быть, да. Затаись здесь, короче, это самое, между трупов. Хорош одеваться, ёптать, смотри по сторонам. Там спрашивают, кого рейдит. Кого-то убили. Стас. Это Стас. Я убил. Бомжа. Только меня очень... Блять.
Меня очень сильно подранили, тоже убили. А я тебе говорил, нехер собирать было, надо было по сторонам смотреть. Начал стрелять с разворота, все кусты прострелял, так, а чело не попал, он его мачете захерачил практически. Сел на мне. Ты умер, Стас? Да. Блять. Жадность. Ты не жадность, я был это как его, камуфляж хотел увидеть. Вот так видно, да. Да, сначала все застрелил, да. Потом бы одевался бы. Так, так, так. Нам справа можно заходить. Ох, эти пипеги там ликуют. Наверное, хоровод в кругу тачки. Стас, одного вижу. Блять, меня он, наверное, тоже видит. Ну я костер еще опять же, блин. Стас, там да. Чел смотрит, нас может убить. А где костер-то? Я труп, наверное. Паст, снайпер на горе. Блин, не жилец уже. Сейчас я восстановлюсь, ну, возможно, убью. Вы все померли? Не, я убил этого. Долго бегал, может тут пропасть. Столько времени-то, а вон костер моргает. Если что, я где-то с севера. Я не треха. А я с юга. Андрей Сагр. У меня какие-то костры невидимы. А, я еще далеко. Так, я жив. 5% осталось. На какой горе снайпер? Ну, на востоке от нас мы воюем. Снайпер. Я с юга сейчас вышел, и внизу долины с речкой. А у нас есть снайпер? Ну, Барретт я вот подобрал у кого-то. Блин, где этот костер? Я не ту сторону, наверное, выбрал. Блин, на юг надо. Это я путаюсь. На юг. Я на восток смещаюсь. Я понял, сейчас я остановлюсь. Так, где-то тут. Я парковался. Вон. Меня убили. Блядь. Да? Ты? Да я. Ну вон, там все равно. А ты случайно не это, не просто вкусил, нашел вот бар?
Нет, Стас убил чела. А, он просто недалеко лежит. Запасной как раз подходил. Ну, он убегает, а то по нему снайпер сейчас стреляет. Вот это. Виталик, сейчас кто стрелял вот эти? Виталик убил нашего, а по ним стрелял еще снайпер какой-то. По Виталику. Угу. Может, зайдите в спичку в тим пока, что ли? Наверное, так и надо, наверное, сделать так. Да будет. Не. Вы тут перестреляйте друг друга, бля. Да тут уже... Тихо. Кто бежит? Враг. Враг, да. Так. Кажется, я ближе гораздо появился. Где? Вот, да. It's cold as fuck! На этот раз я гораздо ближе. Виталик, а ты живой или тебя убили? Пока живой. Я опять туда же бегу. Ну, я оттуда ушел. Давай быстрее восстанавливайся, как медленно. Убили меня. На том же месте примерно, где меня это тогда убил. Подбежал. У меня тут какой-то зрячий чел. Побежал вроде как на восток. Блядь. Это по мне. Моего трупа примерно. Ленин опять клин. А? Да я убил одного. Мне 7 патронов, блин. Я сейчас умру. Ну я, наверное, забыл. Подожди, я пока занят. Так. А, есть 4 часа. Я прям рядышком появился. Это опешил, блин. Батарея кончилась на поймышке. Пойду этого снайпера искать, блин. А может лучше вам оттянуться на базу? К спиртику. А зачем? Ну, искать в лесу чуваков нет смысла, а лучше подождать, может придут опять рейдить. Подтянуться к базе, там их отстраивать. Мне кажется, не придут. А то бегать по лесу, искать. Новая идея. Что так все очки слили? Да и хрен бы с ним. Это само собой.
Я если что ползу. Дрон бешеный какой-то. Кто-нибудь видит дрона? Как раз над моим лутом завис, покиньте. Он за тварь. На 0% забинтовался. Нормально. Когда он взорвется уже. Моща! Силен! Ну где ты, паскудник? Он где-то на восточном склоне? Ну да, вот я хожу тут ищу его. Мне кажется... Нашли мой лут. Как они все находят? Из вас же никто не находил бард с калашом? Нет. Обидненько. Да, да уж. Нет, она может отходить и без оружия. Тык-тык-тык. Блин, эти вот ночные похождения, это, конечно, ужас. А кто-нибудь день кого-нибудь убивал и лут не подбирал? Я убивал. Там есть UMP-шка где-то на полях лежит. Сражение. Да-да, это... Я помню. Попробую, пошумлю. Может быть, кто постреляет, спалится. Моя, это, Владимира ЮМПшка, которую я у него забрал. Донес, потерял. Я бегу, да не треха, если еще по этим полям. Точно не помню, где это было. Это здесь. Я по мне будет стрелять наверняка. Забрал три пушки. Не ваши? Чего? МК, АК-15 и Ксюху. Ну, может. Не знаю, какая разница. Бери. Ну, не ваши? А что все молчат? Да мы откуда знаем. Да?
Кибирку PayPal. PlayPal. Вы от церкви далеко, нет? Да. Сильно на восток. Ё-моё. Шёл на базу, пришел там перестрелка ушла. Откуда я пришел? Сейчас к вам иду, там никого нет. А у тебя тут ящика нет нигде? Ладно. Нет. Куда-нибудь бы лучше сложить. Я пришел, как обстановка, какая, чего, куда? Найти не могу, где он тут. АК-15 МК-18 не складывал-то? Бери, да, где-то мы тут нашли, понаходили. Да и ты ложил? Вань, да какая разница, я хорошо так. Просто интересно, чей лут. Это я с этих подбирал, АК-15 откусывал. Проверить магазин, почему он полный. Вот. Веточки захрустели. У меня. Кто-нибудь слышал бег? Нет. Я вот пройду. Зомби. А вы где? Вы на восток, да, ушли? Я попробую к вам тогда. Если что, спалить кого-нибудь. Я... Там, где домик этот одинокий такой стоит с виноградником. Угу. Я в этом районе. Вот там вот бегал чел, который меня убил. Просто у меня два бар, это М18 ЧМ16. Сейчас я тебя подберу, только я не знаю, где ты. Я вот вокруг этого домика бегаю сейчас. В лес забегай от домика на восток. Где этот домик-то одинокий? Такая петелька это, с желтой дороги. А мне кажется, чел тут. Севернее этого. Домика. Я Дэнни Треха, и там что-то какие-то шаги были. Или показалось. Это я прям в ближайших кустах сейчас. В ближайших кустах.
Так. Вы уже далеко отошли-то. Лежу отдыха. Точно домой убегать не буду? Я не слышу. Не, ну сейчас я лег, а до этого. На восток побежал домик. Давай, забегай в лес. Ну, кажется, они, может, уже отошли. Направлялись. Кто кого? Меня убили. Где? Ну вот там, где я тебе говорил. Он прям в начале леса лежал. Вот от стороны домика. Вы проценил? Ну вот на мне уже прибежал, наверное, нет. А это костер твой стоит? Да, да. То вот там я умер на костре. Кто стреляет? Я. Кто? Убили. Там еще один раненый. Это как? Я не в тебя стреляю? Убил одного. Там сидел кто-то со снайпы стрелял. Со снайпы, да, я в курсе. Оружие заклинило, блин. Виталик, ты бежишь? Да. Вань тоже сюда подтягивается. Надо этого снайпериста все-таки найти, блин. Ну, где-то северо-западнее этого места. Как я понял. Так. Сейчас, Стас, отдыхаю. Ага. Немножко далековато появился рядом с базой своей. Там в рюкзаке может даже автомат. О, блин, напугал меня. Давай уже открывай. Блин, как я его не убил, а? Я подобрал. Это извечная эта проблема. Надо этого снайпера найти. А ты примерно понял, где он от дома этого? Я понял. Ну, расскажи нам. Он где-то прямо у домика, прямо от домика и стрелял. Ну что, балдеть. Да, мне прям на восток. Прям на восток. Прям, да, вот это, соседик, я к нему подбегу. О, вижу, вот. В дороге. В дороге, в кустах лежит. Ты объясни, в какой дороге. Вот если посмотри, мой стрим увидишь. Вот я у домика и смотрю туда, вот как раз в те кусты. Как это неудобно. Они с двух сторон уже лупят, блять. Да. Так,
Одного убил. Так. Снайпер? Да. Там другой снайпер уже, там со стороны... Так, где вот эта пипка? Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Надо отдыхать. Надо отдыхать. С отвертками сколько? Отверток много. Блин, оружие подобрать не могу. Тут еще одно оружие. Без патрон Барт выкидывает тогда. Проверишь вам без патрон? Да, проверю. Отвертки режет. Отвертки выкидывают? Ну да, режь, разрежет. Да я взял ее с собой, я же все равно. Ну убьют, тебе отберут обратно. Лучше порежь. Чтобы... Да? Конечно. Ну давай порежу. Ну тебе надо эти отвертки. Ты вскрывать умеешь? Нет. Ну и все нафиг. Золотая карта она будет вам. Золотой замок. Все, режу, да, тогда? Угу. Так, а что там можно, как обойти? А там вот. Ты вот там же, на востоке, да? Да. Ты не заметил, я мимо тебя пробежал? А ты меня видел, что ли? Я прям по тебе пробежал. Да ну нафиг. А я уходил курить. Только зашел. Подошел. Виталик, снайперист сидел, стрелял, вот откуда тогда вас с Ваней убили. А, ну ты же видишь меня точно, что-то я тут люблю. Это бывает. По полю. Тебя что, Иван, убили? Спасибо. Ты с базы вылез, что ли? Не, я не с базы. В секторе появился так, возле базы. Бежим. Блин, видать очень плохо. Очень плохо. Что такая ночь долгая? У меня как не перестрелка, так ночь. Мне на пути одни зомбаки только встречают туда. Виталий, я тебя потерял, ты где? Сзади я тебя. Чуть попозже! Хорошо. Где-то надо остановиться уже. Куда бежит? Нашел кого? Я двоих убил. Голых? Одного. Че одного? Ну сейчас двоих замочил, один голый точно. Голый. Два тунитрах. Один где-то здесь, вот прямо рядом со мной, Виталий. Тот с оружием, который был. Твой костер тут, да? С Бартом.
Чего? Костер твой с Бартом? Да. Вот они возле костра тут ошиваются. Понял. Ну что, не мастера нахождения лута? А костер где находится? Тем более они недавно на сервер зашли эти. Ну да, подозрение. Ну. Меня на голос хорошо убили. Через этот какая. Через забор. Че там у вас? Да пока убивают. Андрей пускай посмотрит за этими парнями. Да, он может и смотрит. Надо не все знающий, поэтому если есть подозрение, надо скинуть. Обратить внимание. Они говорят, хорошо лут находят. Они не сложим, они везде там возле лута, понимаешь? Ну где же ты, снайпер, грёбаный? Если что, я ползаю еще до нетраха. Где-то на востоке от этого дома, в северо-востоке. Не пойму, у кого хрустело? У тебя, Иван, что ли, хрустело ветки там? Не, ничего не хрустело. Блин, так палевно ползу тут. Так палевно ползу. Ты убил, которого возле домика был, да? Да. Да их тут много, кто возле домика был. Слышу, мотоцикл завелся. Где? Поехал. Вот возле меня. Где возле тебя? На дороге, где вот эта желтая? Да, желтая дорога, с крюком поворачивает, которая. Поехал куда-то на... Сейчас скажу, на восток вот поехал. Прям недалеко от меня завелся. Блин, не слышно. Я в лесу иду, я до дороги не дошел еще. Недалеко от нее. Он же уехал? Да, уехал на восток куда-то. Блин, ну я вроде на востоке. Ни хера не слышал. Ну, он, короче, походу по этой желтой дороге уехал. Туда, в сторону юго-востока, походу. На мотике бы сам пекло поехал. Я вот как раз стою, вот желтая дорога на север. И поворачивает на юго-восток. Вот я на этом повороте сейчас нахожусь. Как раз в центре квадрата, короче. На север хер найдешь.
Все нормально? Да, больше что-то их не слышно. Может, убежали уже. Может быть. Базу не редят случайно. Да, светать... надо... Замочек надо было повесить куда-нибудь там. Светать начинает, кстати. Чтобы что, уведомление пришло. Жалко, что эту машину потеряли за меня, получается. Пришли помочь. Да ладно. Успокойся, конечно. Сам виноват, рядом. Зомби? Ну, зомби стоит в поле или чё? Это я прыгаю, да? Нет, стоит. Зомби, наверное. Да, не очень удачно. Так, вижу домик какой-то. Это у вас здесь бойня была? Да, наверное. А, тут еще озеро какое-то, пруд, что ли? Озеро. Уж далеко так ушел, до озера, что ли? Сейчас зарядишь их так случайно. Блин, рюкзак пропал с оружием. Лида, утащили. А, не, показывает поляна такая. Я думал, озеро, блин. Не, здесь городишко, короче, какой-то. Смотри, пристрелится с твои или чужие. А, ну вот в центре городишко, который. Я, короче, севернее от него. А на юго-запад от меня церковь на холме. Виталь, все рюкзаки. Чего за машина была, Нива? Угу. Может, вам не удать? Уедете отсюда. Да, не знаю. Там с Виталиком. Я могу и пешочком прогуляться. Есть же еще машина, не? Нету машины. Вот да, на базе. Нету, нет. На базе? Утром тебе были. У тебя сколько, Вань? Одна. Утром же две были на базе. Я одну только видел. А, да, взорвали же машину. Точно забыл. Царя. Они же взорвали ее. Да-да, пануть.
У вас вообще машин не осталось? Нет. Давайте я вам дам. 40 тысяч, если могу подогнать на машину, добавить. Да, да, да. У них денег самих. Я бы уже закруглялся ползать. Смысл тут ползать. Фильтры, давайте поубавлю фильтры. Вот так вот, реальная темнота. Че, расходимся-то? Ну да, наверное. Я туда встаю, бегу, буду бежать с востока на запад, прям по самым этим местам. Моя карта, наверное. Через домик. Дэнни Треха. Калашом АК-15. Может, все скинете, люди? Да в башки взорвете. Чего? Может, скинете, люди, спирчику и башки повзрываете? Че бежать-то? Да куда мне? Я в домик забегу, посмотрю. ПНВ на бошку можешь одеть. Очень. Еще бы тут еще подобрать. Колчан можешь одеть на себя. Колчан у меня одетый. А, сами. Жалко вот этот броник здесь оставлять. Броник? Да. Я бы подобрал. Иди ко мне подобрал. А ты вот где? Где воевали? Так карту покажи просто и все. Вот, смотри. Это у меня не открыт твой стрим. На желтой дороге, как он? Ну там, где машина была, тут. Блять. Вань, лучше бы ты открыл тут. Я не знаю, как объяснить. Ну я бегу. Где была перестрелка, вот в поле таком, да? Да, 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 да. Вот где машину нас украли. Я точно не знаю, где дома. Ну открою, че недолго этот стрим-то открыть. Короче. 5 секунд. Я рядышком где-то. Это зомби что? Сейчас посмотрю. Сейчас ты умеешь объяснять, конечно. Уровень бог. Я знаю. Короче, прямо если от церкви на восток, на желтую дорогу. Да я уже сейчас открою, посмотрю. Так, ну я прям тут. Убери карту. Вниз. Все, а и ты стоишь, это не зомби, блин. Ну да. Ну да, ты меня не видел, что? Нет. Вот теперь вижу. Вот здесь ЮМПшка живет, все вот это. Блин, ЮМПшка не помещается. А ты в этот, в колчан. Здесь колчан или что? Да, вот давай я его починю. Все, одевай. ПМВ тебе надо? Да. Смотри, тут патрон для ЕМПшки, он смотрит куча. Владимир. Ну, спасибо. Да не, пойду Виталик искать. Да я иду к ним. Куда к ним? На озеро? Да.
Я тоже к тебе. Барретт будешь подбирать, Вань? Барретт? Пустой, что? Да. Вот там 5 патронов был, который на костре остался. Да, сейчас. Это... Вань, будешь подбирать? Ну, вы себе его возьмите, стрелец. Ну, у меня есть один с патронами. Ну, я сейчас тогда возьму тот с патронами. А озеро это на C3? А вот брать? Еще тут броник и каска. Ну тут там много, Вань, тут на этом поле я вот ходил, сейчас собирал. Маму не горюй. Просто побегай, там можно собрать, что хочешь. Барретт пустой будешь подбирать, Вань? Да нет, наверное. Владимир, ты где? Я пробегаю мимо церкви на восток. Сейчас у меня рюкзак есть пустой почти. Мимо церкви? Да. Ты где бегаешь? Ты ж был уже возле... где-то рядом. Ты костер не убирал, Виталь? Нет, 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 Вен, вижу его. Надо высадить дверь, да это как его, забрать машину назад. Да можно. Чуть надо это... Так, вот теперь что мне с Барреттом? Куда мне его, блядь? Поместить это. Наверное, арбалет выкинуть тогда. Не поместит там больше надо. Виталий, я бегу к тебе, загоняю. Ладно, надо бежать уже. Ну, пропадет, наверное. Где-то тут костер. Ну, как я устал, у меня же выше 90 не поднимается. Пробежал. Я, Владимир, назад уже иду. Все на базу. Мы можем им полбазы расстрелять. Давай, давай. Что, у тебя патрон наоборот много? Не, ну у меня-то 10, но у нас-то есть там что-то. Нет, надо машину просто назад забрать, сейчас расстреляем гараж. На, пропал вот. Пропаут. Долго бегал. Ну вот жалко, нельзя делать это как какие-то мешочки такие. Тряпку вот этот. Ну что, народ, на этом это видео, да? Стрельба где-то. Да это я. Зомбак, у меня же штык-ножа сейчас нету. Ребят, на этом это видео надо заканчивать. Вот так вот немножечко сегодня повоевал. Может быть, не очень успешно. Ну, базу вроде отбили, вроде все нормально. Сейчас посмотрим, придем. Мы можем сейчас чип с тобой продать. Надо будет машину застраивать. Слышишь? Виталь. Давай. Ну, собирал. Можем также сейчас пополам. Вот. В общем, если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. А на этом у меня все. Всем большое спасибо за компанию.
Всем счастливо, всем пока. У меня 6 штучек.